Продолжаю игру Факторио 1.0.0. Факторио 1.0.0. Так. Подачу электричества я восстановил. Подачу электрического питания. Сейчас в сеть заброшу 500 строительных роботов, и они быстренько все восстановят. Сейчас только мне принесут еще 236 строительных роботов. Так, эти роботы не нужны, их убрать логистически. Хотя, ну, пусть здесь будут. Ну, сколько еще? Еще 84. О, жуки все еще что-то ломают. Но это скоро прекратится. Электричество есть. Строительные роботы все восстановят. Без проблем. Без проблем. Все. Теперь сейчас я строительных роботов запущу в сеть. Вот так вот. Раз. 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 Ой. Ой. Скорее. Костюмчик меняем. Вот вам. Этот костюм... Медленно бегаешь с этим мощным костюмом. Медленный бег. Мне хочется быстро бегать. Так, продолжаю выпускать строительных роботов. Оп. Занялись делом. Все 500 куда-то летят. Удивительно. Теперь в сети 697 роботов строительных, и все, у всех, у каждого какое-то задание есть. Понаблюдаем, кто куда летит. О, схватили железо. Не понял. А, это логистические. Вот строительный робот понес мину. А ладно. Лучше по радарам посмотреть, по картам. А здесь посмотрю. Оп, пушку. О, пушку лазерную поставил. Подстанция на месте. Все. Жуки сейчас отступят. Вот так потихонечку восстанавливается база. Несколько сотен объектов жуки сломали. Но 694 строительных робота все это быстро восстановят. Вот. Вот эту часть базы уже они восстанавливают. Они ставят мины заново. А жуки все еще что-то бьют. Это скоро закончится. Надо посмотреть. Посмотрю, что там они ломают. О, шахты ломают. Ну-ка, я туда сбегаю. Я туда сбегаю, пожалуй. Наведу порядок сам. Это где-то там. Ага. Там. На северо-востоке. Все сломали, о, гады. Сейчас я им отомщу. Так, эту пушку не нужна. Она без патронов уже. Это не нужно тоже. Где эти жуки? Где-то здесь уже. А вот она. Кто это там стучится? О, какая толпа. Всем вам кранты. Экспансия такая. Вот вам. Сейчас строительные роботы быстренько все поставят на место. Удивительно. 678 роботов, и все заняты. Да, Дима, чувак там. Так,
электричество сюда пока не подается. Чего не хватает? Модулей не хватает. А, ой, жук-жук. Как он здесь сказался? Ой, еще жук. Все, жуки сдохли. А, вот еще. Ах, взяли. А где еще жуки? Ну все, вроде жуков больше нет. А, надо модули вести, тащить. Они на той базе. Так, о. Этот майнер пустой. Да, я не буду трогать его. Подстанции нету. Подстанцию не привезли. А там что? Ой, далековато. Далеко ушел. Сейчас подстанцию поставят. О, подстанцию поставил. Но все равно нет электричества, потому что нужны вот эти деревянные электрические столбики. Деревянные столбы. Здесь нет электричества. А вот здесь есть электричество. Конвейеры разрушены, все разрушено. Ужас какой. Так, это мне не надо. Ну-ка, я построю майнер. Так, это мне не надо. Сейчас я построю. Как они называются? Майнеры. А, все, электричество подано. Электричество теперь есть. Здесь, на этом участке. Все, уже есть ленивые строительные роботы. Значит, большая часть базы отстроена. Ну, все восстановилось. Теперь жуки не пройдут, электричество восстановлено. Вот радары уже функционируют. Где-то здесь радар. Есть. Где он? Не вижу радар. А, вот. Вот здесь радар. Вот артиллерия стреляет. О, снаряд летит. Приехал снаряд. Так, здесь чего не хватает? Так, много чего не хватает. Так, ну-ка я скину это. Чего еще не хватает? Сейчас посмотрим. А, красные конвейеры. Трубы. Труб не хватает. А, ну это все починится со временем. Все восстановится. Сейчас надо сюда привезти так артиллерия. Мне нужно продолжить поставку артиллерии.
куда этот робот полетел? Что он тащит? А, вот майнер полетел. Оп, поставил. Нужны модули производственные. А, здесь тоже пушки бесполезны, без патронов уже. Свое они отстреляли. Их снести. Так, надо за модулями слетать, сбегать. Но это потом. Сначала... Так, что-то... Трубы надо сделать. Ой, как все сложно. Да, немного назад меня отбросило это нападение. Чем теперь продолжим свой поезд делать, который будет артиллерию снабжать снарядами. Снарядами. Вот он поезд. Надо обеспечить подачу снарядов теперь. Сундук. Опять они... А, это мины уже разрываются. Ну и пусть. Так, я задам. Робопорты мне нужны. Пусть будут робопорты еще у меня. Где они? Вот они. Штучек 30. А сюда я поставлю сундучок запрашиваемый, который будет грузить снаряды. И лазерные пушки будут здесь стоять. На всякий случай. Так, сколько снарядов запрашивать? Ну, 40. Вместимость вагона какая? Раз, два, три, четыре, 40. Пусть будет 40 снарядов. Все, полетели роботы за снарядами. Так, вторая станция. Сяду я в этот поезд сейчас. Сел. И задам ему вторую станцию. А какая она будет? Сейчас посмотрим на карте, как она будет называться. Я ее построил уже. А, вот она. Т. А. Д. Крафти Даунг. Даунг. Да, Крафти Даунг. Крафти Даунг. О. А, че, я до нее не могу. Не вижу этой станции здесь, в списке. А, вот она. Так, ну все, и условия ожидания не буду. Сейчас, когда мы туда приедем, я... А, вот какое. Empty cargo, пустой. 5 секунд. А, без активности 5 секунд. А, вот. Или так, или так. А, нет. А так, чё? Не, вот так. Пустой. Если он совсем уже опустел. А, нет. Это вообще нам не нужно. Он будет ездить туда-сюда. Как-то не то. А, нужно... Ладно, туда приеду, я сейчас там сориентируюсь. В общем, я в поезд сел. Поехали. Автоматический режим. Поехали. Все, доставляем снаряды. А что-то у меня тут было. А, все. Оставляю снаряд. Снаряды.
сколько? О, полный. Полный вагон снарядов. На разгрузку. Надо теперь выключить станцию, если полный сундук. Да, так я и сделаю. Станцию можно выключить, насколько я знаю. Сейчас проверим это. Я ни разу станцию не выключал. Какая скорость у поезда? 258 км в час. Ну, приехал. Довольно быстро. Быстрее, чем пешком. Так, здесь будет разгрузка. Так, сундук сначала ставлю. Какой красненький. Куда поехал? Оп. Мануал. Так, давай-ка сюда обратно. Забыл выключить автоматику. Так, остановился. Ручная. Сейчас надо настроить все. Как надо. Так, сначала я поставлю сундук. А, нет, не сюда. Сюда я не ставлю, вот сюда. Ту-пум-пум-пум-пум. И... Так. Смогу соединить? О, смог соединить. Так. О! Ну-ка. Так. Снарядов больше равно меньше... Так, включено. Пока снарядов меньше 40. Снарядов меньше 40, если будет... А, 48. Сундук 48 же помещается. В сундук помещается 48. Все, она выключится, когда снарядов будет 48. Что-то ломают. О, две пушки сломали. Ну, не страшно. Теперь загрузка. Станция сейчас активна. Сейчас посмотрим, что будет. А! А, так, это мы сейчас сделаем. Так. Пошла разгрузка. И поезду добавлю условия ожидания. Какое условие ожидания? Больше никаких условий не нужно. Так, нет, что-то не так. Что-то не так. Ну ладно, пусть будет вот так, не так. Пусть будет так, вот как не так. Пожалуй. Не идеально все. Какие-то недоработки есть, потом посмотрим, что-то не так, что здесь не так. Итак, значит, поезд поедет, если он простаивает 5 секунд. И какие еще условия-то нужны ему? Никаких больше. Пожалуй. 5 секунд простоял, поехал дальше. Без активности. Ну да. И станция... И когда этот поезд загрузит этот сундучок полностью, сундучок не будет разгружаться. Станция выключится, и поезд сюда перестанет приезжать впустую. Просто так. Ну, поехал я обратно на базу. Все. Доставка снарядов автоматическая на эту базу обеспечена. А, стоп. Подожди. Ладно. Для трудолюбивых еще одна сложность будет. Так. А, топливо надо сюда. Ждет. Надо топливо. Так. Так, если Т-сигнал. Больше.
Минус 1000. То есть 400, да, мне нравится. Так, что здесь будет? Уголь. Уголь. 2400. Нет, много. Пусть будет 200 угля и хватит. А если... Нет, пусть будет максимум 2400. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну ладно, на этом мы и оставимся. Топлива здесь много? Да полно пока. 9 единиц угля нужно, чтобы поезд доехал. Ну, что, поехали? Поехали. Поехал поезд. Куда я поехал? Обратно на вторую базу за снарядами. Так он и будет ездить, пока не наполнит желтый сундук на этой базе. Потом уедет на погрузку и будет ждать, когда станция опять включится. Понаблюдать, что ли, за этим? Да нет. Это будет скучно наблюдать. Пусть само догрузится. Потом я этому поезду добавлю еще одну станцию на разгрузку. Он будет на другую станцию доставлять снаряды. Так можно баз, 40 баз, наверное, обеспечить поездом один. Или 20 баз. Да, Дима? Я играю и записываю видео. А что? Сколько это еще? Ясно? Снова. Так, запись пошла. А иначе будет. А, запись идет. А иначе что будет? Ой, какой кошмар. Нет, Дима, мама может приехать, она тебе не разрешает компьютер. Загрузка. Это долго будет. Он будет долго туда-сюда ходить. Ездить. Чего у меня тут еще не хватает? Труп не хватает. О, поехал дальше. Хоть бы снарядов хватило на ту базу. Так, здесь у меня серная кислота на производство урана. Полный? Нормально. Здесь полно. Куда прилетел? Понес. А, уголь. Уголь понес. Понятно. Ну, снаряды прилетели. Так. Нужно обеспечить. О-о-о! А, модули. Ладно, поехал я за модулями. Для начала. На своем пассажирском поезде поеду. Надеюсь, меня этот не переедет поезд. За модулями поехал я. За модулями. А, заодно заберу... Видите, этих роботов логистических, транспортных, которые я изъял из той первой базы. Так, поехали. Чё? А!
линия занята. Теперь же по одной линии курсируют два поезда. Сейчас участок железной дороги занят. Горит красный светофор. Значит, ехать не могу. Ну, сейчас тот поезд проедет со снарядами. И мой поезд тронется. Давай, жду немножко, давай. Подождем немножко. Пробка образовалась уже. Оп, все, освободился участок. Теперь эти поезда будут ездить по очереди по этой линии. О, жуки нападают. Что там, снаряды? Так, я еду за модулями производственными. А, длинный участок. Длинный участок. Приехал. Теперь запрошу модули производственные побольше. Так, давай-ка 1000. О, есть 1000. О, есть 1000. А, нет, 672 только есть. Ну, ладно, пусть будет 672. Сейчас я исправлю цифру. 672. Летят ко мне. Так, сколько транспортных роботов свободно? Ну, кое-что свободно. Ну-ка я сюда их. Все, отдыхают. Сейчас ко мне прилетят минуту через 3 транспортные роботы модулями. А тут что происходит? Ну, разгрузка идет. И уголь есть. Уголь есть. Все есть. Давай, уезжай. О! О, судачок почти полный. Сейчас поезд еще один раз приедет. Эта станция выключится. Сколько ракет запущено уже? Ну, все еще 5. Он уже прилетел. Модули. Вот делать нечего больше. Бежать за ними не хочется мне. Уже неинтересно бегать, когда роботы все приносят. Да и далеко за ними бежать. О, уже летят модули. Куда вы? Вы куда? Давай. Медленный компьютер во время видеозаписи, во время видеозахвата. Так, что, трубы нужны? Один красный,
конвейер. 294 модуля. Ну-ка, побегу-ка я им навстречу этим модулям. Я знаю, откуда они летят. Вот оттуда. Чтобы быстрее прилетели ко мне. Что? Это не то. Вверх. Вот они, вот они. Летят модули. Транспортные роботы тащут каждый по 4 модуля. Еще сотня роботов летят. О, радар сломали. Гады. Ну, где эта сотня роботов? Транспортных. О, еще немножко. Все, прилетели. Побегу теперь обратно на ту базу, на вторую базу. И компенсирую потери модулей. Так, все. Так, что там с этим поездом? Со снарядами? Ну, станция, наверное, выключилась уже. Сколько? А, не полный. Значит, поезд сюда еще приедет. Наверное, уже едет. Проверим сейчас. Наймел 909. О, путь свободен. Значит, патроны, снаряды уже не успевают производиться. Что удивительно. Нет, должны... Снарядов было много, не могли они все закончиться. Смотрю, где этот поезд. На карте видно его. Поезд со снарядами. Вижу на мини-карте поезда со снарядами. Посмотрим здесь. А, вот он, наверное. Нет. А, наверное, он. Едет, едет, едет. Посмотрим. Почти приехал.
Сейчас открою на карте это место. Посмотрим. А, радара нет поблизости. Сейчас эта станция выключится, потому что сундучок будет полным. Все, она красненькая стала. Выключилась. Сундук наполнился, станция наполнилась. И поезд, еще не разгруженный до конца, поехал на дозагрузку. В ожидании, пока включится эта станция. То, что нужно. Так, а я модули сейчас выгружу. Ту-ту-тум. Оп. 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 Оп-оп. Оп-оп. Себе чуть-чуть оставлю. Итак, уголь мне не нужен. Уголь мне не нужен. Так, модули эти сейчас улетят. Теперь трубы надо наладить, производство труб на этой базе. О, модули полетели. Производство труб. А вот железо. Да, жалко железа. А, вот оно, есть здесь. А, нет, это для других целей железо. Ладно. Сейчас я трубы буду делать из этого железа. Из этого железа. Трубы, трубы, трубы. Немножко производить. Ой. Да. А. Оп. Так. Так. Немножко. Вот так вот. И даже в логистическую сеть вставлю. Так, по станцию поставить надо. Везде было электричество. Не больше сотни. Все задам. Что там? Угу. Задаю условия. Пока труб не больше сотни. А, вот сюда вот трубы. Меньше 100. Все, поехали. Когда 100 труб будет, он остановится. Чтобы железо не перерасходовать на эти трубы. Ограничил производство. Так, чего еще не хватает? Красные транспорт. Красные, как их там? Конвейеры красные. Вот они. Оп. Красные конвейеры нужны. Надо перехват устроить для красных конвейеров. Оп. Что же делать? Опять же ограничу. Оп. Раз. Так, робопорт. Ограничу количество красных робопортов, красных конвейеров сотней. Все, пока меньше 100 будет воровать. Отсюда, оп, украл. Ну что ж, надо же ремонтировать. Хотя удивительно. А какая карта? Что-то я тут не увидел. Проморгал. Проморгал. Это надо исправить. Ой! Скорее, скорее, посмотри. Так, на карте. Я неправильно все сделал.
Так, вернусь. Где уголь? Сюда надо поставить другой конвейер. Оп, все. Все будет хорошо. И не нужен красный конвейер больше. Зря я воровство придумал это. А сюда желтый сундук. Все. Ну, лишний робопорт поставил, ничего страшного. Пусть будет. Так, железа мало. Железа не хватает. Катастрофически. На этой базе. Что-то надо делать с этим железом. А, здесь что происходит? Опаля. Какое-то нарушение? Я что-то пропустил? Очевидно, да. Ай, далеко бежать. Ладно, наверное, это было не так. Я помню, я этот конвейер изменял. Вот так надо повернуть. Чтобы взрывчатка пошла в обход железной дороги. Наверное, так должно быть. Сейчас посмотрим, куда ведет конвейер. Ну да, вот она, взрывчатка. С этим вопрос решен. Мне не хватает красных схем. Теперь. Как там мои центрифуги урановые? Сейчас посмотрю. Здесь у меня остановка. Здесь будет перерабатываться сырье урановое. Урановое сырье. О, есть центрифуг уже. О, уже 11 центрифуг. А, ну что ж, нормально, красные схемки производятся вроде пока. Поставлю я... Сколько центрифуг поставить? Одну центрифугу поставлю я пока что. Прям тут поставлю. Посмотрю, что будет. И что дальше? Я ни разу атомную энергию не делал, не производил в факторио. Так. Обогащение урана. Дай. Кварекс какой-то. Кварекс нет, рановато. Это что? Переработка ядерного топлива. Да, сырья нет. А это что, из чего делается? А, ну сначала вот это надо, значит. Переработка урана. Ну, поехали. Так. Разгружаемся. Так, какие тут у меня условия? Что за станция? Харик. Условия какие, Харик? Ага. Эмптик. Пустой груз. А это я удалю. Все. Поедет, когда опустошится груз. А, ну и топливо. А, у меня же погрузка топлива здесь есть. За 5 секунд жду еще. Видите, 5 секунд. Все, центрифугу запускаю сейчас с помощью... Вот будет смеху. Сейчас одну центрифугу запущу, посмотрю, как это все работает. Нет, центрифуги-то я раньше запускал. Ой.
Оп, разгрузка. Это пойдет в сундуки. Сундуки. Давай в этот сундук буду все. Подстанция. Ой. А! В Roblox я иногда играю, но сейчас нет. А что? А что? В факторию. Деньги копить, пушки ставить? Угу. Это какие деньги и какие пушки? Ну там-то в игре, там где у нас лед есть, миниган вот такой, который держит. Там где ты ферму ставишь. Дай-ка подумать. Сейчас я покажу. Надо подумать, о чем ты. Подожди. Библиотеку. Ваше видео. И это я сейчас покажу ее. Это вот это. Ну-ка, дай-ка я посмотрю внимательно. Вот это. Подожди. Tower Wars. Запускай. Так тебе нельзя, мама тебе не разрешает играть. Мама тебе не разрешает играть в нее. Да говори, запускай. Моя очередь. Запускай, пап. Нет. Сегодня нет. Ты уже сегодня поиграл. Еще 30 минут. А когда мама придет? В 11 или в 10 она говорила? Сейчас 8. Нет, Дима. Я тебе давал полчасика. Нет, еще 15 минут. Я хочу в то поиграть. Дай. Так. Дай.